Да. Немножечко передвигаться. Нормально, надень на меня очки. А когда падаешь, хочется, знаешь, подставить. Так. Фу, бля. Я реально ему не могу взять. Чего? Ну, руки! А, шея! Бля, я себя червяком чувствую. Ползи, как змея. Ты шо? Я даже в сторону... Бля. Обернулся. Ты труп. Тупо как труп. Я покатился. Тихо, 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 подожди. Чего? А, ты так не мыслишь? Ого. Еще жарко, капец. Так, пусти. Собака пересрала. Гать. Мурка. Сок. Не понравилось. Червяк. Да ну ты скотча. А ну ты чеслышки. Давай, ты попробуй. И что ты сделал? Поднимай. Зацежки барки, я кость поднимаю. Да не трогай ты. О, погнали. Руки не поднимаются. Макс, поможите. Да мы же на заводе. Да мы нажали. Боря, на завод пришел. Да. Фигня, я занимался, семью бы уже завел. Что назад сможет? А я что? Ну, у вас рука крепкая. Смотри.
скажу, да, пейт. Ну все, я подсказал тебе обратно. Це дійте брати гроші, вимотати, купити скотч, вимотати на себе скотча, ти подумай. Копчик отхерачил, давай рассказывай мне. Копчик это что? Это маленький американский полицейский. Резать? Да, резать. Вот так вот, ребята, дожился. Режет. Достал нож, режет. Как говорит мама, лучше на завод пошел. Я дурак. Или нет? Я свободен! Лучше ты еще. Жестко!